О, да. О, да, наконец-то ко мне пришло в этом году предложение от Шансон ТВ, чему я очень рад. Я ждал этого много лет. Вот. Но Шансон ТВ выбирала других, более достойных артистов. А в этом году оказалось так, что, в общем-то, я наконец-то оказался... Дорос до Славянского базара. Нет, это действительно без всяких подколок. Вот, это действительно очень мощный такой и хороший фестиваль.